А стойка наездника? Она слишком жесткая. Так и упасть недолго. Стоп. Парень, в твоих запястьях нет мощи, а ты еще мечтаешь об успехах. Выпрями руку. Ты что думаешь, это весело шутить с учителем, а? Это не я. А кто? Это Фредди. Итак, Фредди Вонг. То, что твой отец здесь хозяин, не дает тебе никакого права здесь безобразничать. Босс, а кто вам сказал, что ваше кунг-фу образец стиля? Ты хочешь сказать, что мое кунг-фу паршивое? Ну, не совсем так, но не лучший образец. Может, ты покажешь мне, что не так? Охотно. Посмотрите на свою стойку пантеры. Ну и что не так? Вы же совершенно открыты. Вы легко уязвимы. А стойка наездника? Она слишком жесткая. Так и упасть недолго. Неприятно, да? Подожди. Заткнитесь, придурки. Хочешь проверить кунг-фу своего учителя? Рожденный ползать летать не может. Меня трудно разозлить, но тебе это удалось. Защищайся. Негоже так раскрываться, учитель. Небольшой массаж полезен. Прекрати ржать. Правая нога, а про левую забыл. Черт, черт, черт. Дурак. Thank you.